тот же самый иероглиф. Полускорбь, это у нас был стандартный, а сейчас полускорбь. То есть здесь уже точка имеет вот такой след. И линии соединяются друг с другом. То есть то же самое, только с линиями, да? Да. А скоропись совершенно искажает уже иероглиф. Он будет уже вот так выглядеть. То есть вот этот элемент, он здесь вообще исчезает, опускается. С нашего вот европейского глаза такая, она более элегантная. Ну да.